Ты пила абсент когда-нибудь? Мы... Нет. Он, оказывается, 7 градусов, нахуй. Ты башился вчера чистоганом. А я не знал, что так пить нельзя, нахуй. Ты чё, абсент пьёшь? Ну, уже не вчера пробовал. Молодой человек, а вы где, я извиняюсь, блядь, на курорте? Да, блин, у меня он еще пиво... Да мы вчера ездили за Бэха, короче, и там... А, там мы ограбили магазин, короче, там пиво, хуйни набрали. У местных еду... Местных тут никого нет, местные же все этот, куда-то... Где-то в Польше, ну, нахуй. Ну, мало ли, ну... Видишь, по деревне там бабушки, дедушки, 2-3 человека есть, вообще так страшно становится, нахуй. Дома раздолбленные, нахуй. Ну, я понимаю, ну... Ты прикинь, там... да, вот он родился, нахуй, вот война... Ну, наверное, когда Великая Отечественная была, то он еще маленький был. Вот это вот, блядь, послевоенное время жил вот в этой всей хуйне. И прикинь, вот под старости лет, ему сколько лет, 70 с хуем, опять же такая хуйня на голову свалилась. Опа, у меня часы встали, пиздец. Походу, я умер. Встали. Я у Кропа трофейный спирю часы какие-нибудь. Я вчера другого дубинца встретил, мы с ним абсент пьем. А я на знаешь, брат. Пойдем до него, говорит, дойдем. Я говорю, пойдем. А, нет, темно, брат, нас тут пристрелят, говорит. Днем пойдем. Ну хуй на туре по темноте и сидят, свои же ебнут, нахуй. Нечаянно. Не надо. Аккуратней. Чего брат там писал? У вас еще нового все живо. И да, да. Здорово. Ну, кого видел, все, да. Ни с кем ничего не... Короче, на расслабоне, на чили сейчас будем пивко хуярить. Какое пивко? Ты там не напивайся, слышишь? Бля, у них пиво вообще вкусное, в смысле, заебатое. У них вообще весь алкоголь какой-то классный, нахуй. Ну, тут Львовская, какой-то, всякие разные там фирмы, я такие даже не видел. Но оно прям вообще охуенное. Я смотрю, ты там реально, блядь, на курорте, как будто. А я тут сижу, ною, нахуй, переживаю, блядь. Да, я тебе сначала сказал, что ты ною, блядь, скажешь, все нормально, блядь. Штурм, пока не идем, сидим, блядь, дорогу охраняем, нахуй. Абсент я пить больше не буду никогда, нахуй. Там дату пока не бронирую, ЗАГС, пока непонятно еще, что, когда. Хорошо. Уже приеду и там разберемся.